3 марта на базе Раменской гимназии номер 2 состоялся традиционный открытый муниципальный фестиваль гитаристов «Рам Гитар Фест». В нашем округе конкурс проходит уже 9-й раз и с каждым годом привлекает все большее количество участников. Самая главная цель мероприятия – объединить всех любителей такого красивого и сложного инструмента, как гитара. На сцене выступали музыканты разных возрастов и с разным уровнем владения струнными инструментами. Гитарный фест стал настоящим праздником для всех любителей гитары и музыки в целом. Подробнее о событии смотрите в рубрике «Однажды в Раменском» 5 марта после выпуска новостей.